С Ивановского ЖД вокзала на фронт отправились тысячи солдат. Воевали и сами железнодорожники. А в тылу на станции остались трудиться женщины, обеспечивать снабжение армии. Подвиг этих людей теперь увековечен. На территории Ивановского вокзала торжественно открыли памятник железнодорожникам, фронтовикам и труженикам тыла. Деньги на возведение стелы собирали, что называется, всем миром. Этот памятник можно назвать всенародным, потому что он построен на средства пожертвования. Пожертвования были как со стороны ветеранов, так со стороны простых граждан, коммерческих компаний. То есть это памятник, в который вложили душу и средства частные лица. То есть это очень значимое событие. Это говорит о том, что мы не, как бы сказать, не относимся просто ко всему, что вокруг творилось, что творилось 70 лет назад. Мы отдаем дань и память, уважение тем людям, которые погибли, которые в годы Великой Отечественной войны ковали победу в тылу для нас. Поэтому я считаю, что это малая толика того, что мы можем сделать для наших предков.